Добрый день. Итак, я создал, значит, у меня есть текст, словарь, обратный словарь санскрита. Мне нужны последние четыре буквы каждого слова вынести. Вот, начало, вот конец последнего слова. Я по образцу урока, на который я указал на сайте TUTS Plus, я создал стиль абзаца глосса. Вот мы можем убедиться, что текст на странице 2 длин абзацным стилем глосса. Этот стиль имеет вложенный символьный стиль чартер. Вот мы его видим. Здесь нету стиля греб. Окей. И мы видим, что начало слова выносится у нас колон титул. Для этого были созданы переменные first char, last char. First char редактировать верхний колон титул стиль символа основывается на char term первой на странице. Last char редактировать последней на странице. По такому же образцу я создал один конец, два конец. Редактировать. Абзацный стиль эксперимент, который основывается на символьном стиле char конец слова. Эксперимент основывается на конец слова. Два конец на последней на странице. То есть все по аналогии. Разница в том, что проверяем. Значит, у нас разные стили. Здесь применяется абзацный стиль глосс на второй странице. На третьей странице у нас применяется абзацный стиль эксперимент. Как сделать вложенный стиль конец слова для эксперимента, я не знаю, потому что если его сделать, то он в моем случае берет просто то, что я его прошу, включая одно слово и одну букву, не имеет значения, это начало слова, не конец, мне это не нужно. Если удалить из экспериментального стиля абзацев и оставить просто стиль grep, так как у меня каждое слово на отдельной строке, то я беру второй. Я беру второй grep, а не первое. Кстати, а здесь латиница или кириллица? И почему-то этот греб хватает мое оглавление, в котором вообще применен стиль, другой стиль. Вот, а теперь это.
этого нету. То есть у меня есть содержание, которое, правда, не генерируется правильно. Данные элементы, я не знаю, как сделать иначе, я хочу пометить стильным абзацем, чтобы они у меня отображались в углавлении, потому что это открываются новые разделы. И я бы хотел увидеть их отраженными в углавлениями. Теперь нет, и обновить обновление. Хорошо, но предположим, это не самое страшное. Регулярка, получается, у меня берет первую страницу, а не то, что я хотел. То есть у нас есть непонятно чего у нас нету. Left, middle и right — это я здесь использую в колонке титулов, чтобы расположить. Собственно, вот. Нужна помощь, не знаю, как правильно получить концы слова. Спасибо.